Ты можешь повторить то, что ты мне сейчас говорил? Да, думаю, могу. Я думаю, что в этом нет никаких серьезных трудностей. Вот. Я достаточно хорошо в деталях многое помню. Я, например, там лично познакомился. До этого я не был с ним знаком лично. С Борисом Сарджаевичем Сарджаевым, которого просто мужество в него там было. Он же тоже умер там. Где? Пока сидел. В КГБ? Ну да. Сарджаев? Да, да. Это вот который был, это... Министром был который. Так. Вице-премьером был. Да. Мы с ним ходили на прогулках, встречались несколько раз. И он там умер. Когда примерно? Где-то, наверное, весной 2003 года. То есть эти вот, кто были, числились в покушении, они еще весной 2003 года были в камерах КГБ? Там очень много сидело. Там все Эклымовы сидели, вся семья Эклымовых. Там Шахмурадов сидел. Там сидел...